Ну, Аня, поздоровайся. Возвращение легендарного гостя. Возвращение мега-про игроков. Ура. Два преференс. Да, трудно знают. Первое правило. Нельзя нарушать. We don't talk about it. Блин, у него такие деревца странные. Гномики, типа. Гномики еще норм. Меня очень сильно пугают эти... типа прутья, которые от гномика исходят, это выглядит как какая-то огромная змея. А да. Или знаешь, как вы там ты смотрела очень странные дела? Не, ну я очень много видела про них. Ну вот. Там похоже. Он за мной, кстати. Давайте пас. А я пока поотдыхаю. Ой. Ну что? Так, ничего, это была разминочка. Разминочный хит. Сейчас затащим. Тут еще не значит, что все слито. Full тима из Only Woman, так что... Only Woman против Минимена. Да. У меня уже 70%. Окей. Живу. Тревога. Ну все. Тревога? Сейчас? А, так ожидали. Что происходит? Сделали шахеды по Киеву. Срочные новости. Шахиды летят. Боже, спаси. Ну, ура, две машинки. А, все норм, это миг залетел, самолетик. Самолетик. И там даже, все норм. Лежу, я лежу. Ура. О, что? Нормально. Текаем. Так, сейчас будут обходить. Это, ну, 100% скилл. Да, нул, ой. Нуль лаки. Что? Черт. Вот это точно был 100%. Показали скилл. 100% скилл, но нуль лак. О, данж, если что, в серединке. Где? В серединке. В чем-то. Боже, неужели они научились давать прайм тогда, когда... Можно, а не когда падают, типа, сразу. Я вообще не помню, когда такое последний раз бывало, и типа того, ой. Ой. Тут это реально 100% скилл, 0 лак. Врачи сказали, что у меня рак. Это не как там в песне ты пелась. Врачи сказали. Сказали, что у меня опухоль мозга. Меня ставят пару месяцев, я сижу. Ну вот это то, что у нас обнаружат после Идена, после рангов. Давай с тобой пойдем на станию, скилла пораздаем. Ну ладно, увидела, я возвращаю это. Как думаешь, антистан будет? Да, 100%. Против инты взять антистан это... Ой, не взять антистан это грех, конечно, лучше, что по-любому. Да. Станет против антистана, файтинг. Это клоун. Ой, оно за мной. Боже, но я ему сейчас кисточкой по лицу пропишу. А, да, реально, он за мной. А, он чуть-чуть бедный. Что, даже жалко. Типа того. А стоп, он блинк? А, он блинк чуть-чуть да? прокакал. Блинк, он там, и все было плохо, короче. Мне кажется, ему плохо. Ему нужна помощь. Он сменил цель. А, угадай, на кого? Не угадай. Планка. У меня есть целый лек. Он ко мне целится. Блин, я только пришла к тебе. А, все, снова ушел. Так он сюда идет аккуратно. Все, палочкой. Тут данж, кстати. Не знаю, там ли ты. Вот тут вот. А, да. Супер. Ой. А он врезался. Он за мной. Жесть, его прибила. Ты не разумеешь, я кровью. Ой-ой-ой. Ой. Отлетел. Что, спасай? О. Вызывай. Нет, у меня лагает. Черт, нет. Я должна была использовать пистолет. И как раз в этот момент у меня все лагануло. И сейчас показывает пинг 73. Лаги выдают отдельный вид искусства.
там врата не открыты, и он только тут ходит. Типа он пока никуда не ушел еще. Ходит, мониторит что-то. Пошел по кругу. Думает. Что-то ждет, что-то думает. Боится, боится. Страшно. Давайте-ка. Ура! Детокция выполнила. У меня вылетел. Олежа! Олег, какой у тебя серийный номер? 2-2-2-2-1. На ком идем? Ну смотри, а что если тебе попробовать на своем старом мейне? На пипестес? Давай, вот так вот. О, да, фиолетовый эпик. А я пойду тогда, наверное. О, идеальный выбор. Ну, как раз почти, сколько получается, 3 года? Да, через пару... А, на этой неделе уже будет 3 года. Жесть. Да, время быстро прилетит. Я почему-то из всех моментов в первый год нашего знакомства прям четко запомнила момент, когда я советовала тебе креветки в ОТБ. Да, я помню. Это колесо. О боже. Я его так редко вижу и так сильно ненавижу. Это ужас. Как две улыбки от бонсов. О, Олежа дропнулся. Олежа не съел. Я спасла до фазы. Есть. Вот он. Он сейчас лопнет, да? Понятно. Аккуратно. Упала. Он меня сейчас подхилит. Олежа меня хилит. Олежа с серийным номером 221. Нет, налево! Тайлер Дёрден с рыбой на жопе. Да, рыбка это толк. Может он отпустит, может он долбит. Что, кого у тебя там режут во дворе? У тебя может получиться? Да, туда! Красотка! Тайлер Риха Дёрден. Как так можно? Вообще не понимаю. Кто вообще в наше время выдан донат? Ну, я могу вот так похвастаться. Ага. Ты реально пойдешь на это? Да. Ну давай, ладно. Ой, Fight Club Reference выходит на охоту. Давай я тоже тогда возьму, он хотя бы пополезнее в команде будет. У меня он в фуре. Так, ну что ж, надо показывать скилл. Почему ноги огромные? Это гейша. И она сейчас рядом мной, скорее всего. Танцует что-то. Тут гамш как раз рядом с собой. Ой. Что это за скример был? Что происходит? Смотри, какой у него лайтдаун прикольный. Прилегли отдохнуть. Ой! Ой! Ну все, можно заводить. Хотела книжку почитать. Капец, какой он умный. А там еще не открытые врата? Сейчас будут открытые. Слушай, я тут данжик. Ну, у меня, правда, дедукция открытия ворот. Мы бегим. Жестил забулили. Бедная Гриша.